Всем привет, ребята! Сегодня я, Шаминик, с вами будем играть в PUBG Mobile. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и ставить колокольчик под видео, чтобы не пропускать новые видео. Но мы погнали. Давайте мы с вами будем играть сами. Так. Самом обычном эранге, блин, будет. Смотрите. Косяк. Смотрите, даже снайпа есть. Даже сколохотка. Но это на постоянное. Костюм тоже на постоянное. Это все на постоянное. Так. Фу. Сейчас у нас идет загрузка, ребята. Я как бы максимально я могу сделать 15 убийств. Один раз 22 сделал, но это с ботами. Только одного человека тогда убил. А вот все только боты им были. Вот. Вообще я хорошо играю, неплохо. 14 убийств. И одни, и вчера я убил двоих сам. Я просто сам. Я без никого играл, просто сам. И, ну, короче, я всех поубивал сам. Ну, двоих там пацанов. Они были с пулеметом. Один с сумкой. И ну так что не знаю. Нет, это хавно, да? Да, хавно. Что я не буду это брать. Что-то хавно будет. Так, погнали, ребята, с вами. Давайте мы с вами начнем. Вот, у меня есть знакомость, ну как, все там, я оставила это. Вот, безопасное звонение, оно тоже таки было. Вот это я поменяла, это поменяла, это поменяла, это я не менял, это поменяла. Get down! На землю. Да, блин, ну чё ж нет-то, никуда пока. Ладно, короче, сами, ребят, полетим с вами на школу. Так... Теперь мы с вами, короче, раньше всех, это будет плохо. А, нет, это... Короче, давайте мы с вами, короче, на самой крыше, если получится. Ну, если да, то у нас получится. Да, блин, убейте, вообще просто лучше. Блин, ребята, если я сейчас душу с первого раза. Блин. Блин! Так, ребята. Я сейчас не сдох. Так, ну, у меня не будет этого. Конечно же. Блин, ребята, я тупанул жестко, надо было его раньше, надо было от первого лица. Блин.
Ничего. Бывает. Ну и короче, погнали с вами в другую катку. Надеюсь, в другой катке нам намного больше повезет. Я надеюсь на это очень. В этой катке нам что-то не повезло, а то как бы я надеюсь, что нет. Так, погнали. Ага. Что у нас высочается? Так. Так. Кто у нас идет за грузками? Так. Поэтому мы с вами сейчас с основным боем вообще просто. Сейчас посмотрим, что с тобой пойдем. Мы попадем. Что на окно? С вами в школе приедем на переобщение. Конечно. Кстати, я сейчас написано. Там будет куча. Тут мы еще. Там будет куча. Мы не придем. Значит, на школу сюда попрыгаем. Так. Еще пойду. Ну, я туда никто не захочет прыгнуть, потому что он это не будет слабо. Пальцем пусть подержать. А если она пока работает. I need a weapon. Just super easy.
Так, ребята. Сейчас забегаем. I need a mag. Мне не нужно. Опа, жишка. Вообще в другом доме. Точно. Да, почему? Кусать, поставь. Ну, сейчас кто-то с окна будет. Этот и будет. Очень большой и очень-очень-очень тяжелый. Повезло, ребята. Хорошо. Только
хоть 4 убийства у нас. Так, это хорошо. Здесь, у меня сейчас какой-то снайпер не убьет. На школе никого? Да, на школе, по-моему, никого нету. Надеюсь. Или есть. Не знаю даже. Наверное, есть. Даже не знаю, куда идти, пока что один увели наш на аккаунтик. Так, ребята, нам нужно, наверное, машину уже искать. Ну вон. Ну, короче, помалось. Блин, кто-то ее потом уводит. Там смешно уже не будет, блин. Через дом. Надо сейчас мы откроем нам ламбу. Уазик берем и валим. Может быть где-то труп упадет, я не знаю. Ну может быть где-то упадет на труп. Вот эта сторона мне больше всего везучая. Так что давайте. Вот это хорошо, вот это мне надо. Вот это уже хорошо. Это, ребята, хорошо. Ребята, я вам скажу, если у вас нет скина на машину, значит прибухать и вот так вот делать. Thank you.
Так, так. Не знаю, что у нас там на самом деле. Большой человек, мне кажется, что ну как бы больше. Сложно заметить из-за того, что я в носке, в мешкале. Мне очень сложно заметить, как он уже у нас. Thank you.
жестко. Пацаны, решил залутать. Так, погнали, короче, в машину. Становится такой опасный не опасен. Опасно не возгаться. Ребята, я думаю, теперь проехать в полицейский участок. О!
одно убивал, конечно. Ё. Ёканы. Ладно, да. Вот мы пока что с вами залетаемся. Так что, посмотрим. Давай. Я, ребята, считаю, что нельзя. Ты сделал? Пока что никого. Давайте лучше приляжем сюда, на всякий случай. Так, ты в живых. Ну, четвертая это я. Это понятно. Ой, ребята, зона туда уж. Блин, а как? А как, ребята? Как мы будем жить? Ребята, что нам делать? Ребята, это будет плохо. Давайте постараемся выжить. Уже 16 убит, если будет плюс 3, будет... Два. Лишнего зона, пожалуйста. Давай, ребята, давайте мы спустим скорее. У нас все получится, давайте. Ну, пацанчики. Убийств, ребята, блин. Ой, блин, не повезло. Ну, блин, сейчас бы птичку залетал. Ладно. Ничего страшного. Ну вот, что нам дали на ходу. 17 убийств, как бы. Нормально. Неплохо. С вами мы поехали в эту катку.
Плохо. Ну, ребята, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Ну, и ставить колокольчик под видео. Ну, с вами я был Миха. И всем пока.